ваши ученики просили передать вам прямо в эфире подарок-сюрприз, и мы это делаем. Вот такая стенгазета. Спасибо. Можете посмотреть. Всех узнаете? Да, конечно. Все, задание выполнено. Расскажите, как неожиданно было. Первый такой подарок в вашей жизни, в профессиональной карьере. Стенгазета — это не первое. Были и книги, были и сказки, были и журналы. В виде дерева это впервые. Видимо, родители прочувствовали, что я люблю природу. Я обожаю природу, люблю путешествовать, заниматься садом. И, видимо, вот это мой сад и есть. Как вот это главный сад, отражение. Да, да, да. Ну, знаете, я, если честно, думала, что современные дети в школах уже не делают стенгазеты. Ошиблась. Приятно удивили даже меня.